Да все крепкие, слабых тут нету. Все крепкие. Рудник? Рудник заберет, да? Нет, его никто не остановит. Не готов анализировать свое выступление. В целом, как и в самом начале, скажу, что турнир обалденный. Очень качественно все сделано, начиная от рядовых поединков, заканчивая абсолюткой, вендеттами. Все супер. Вот, очень понравилось все. Какие тонкости сейчас технические, даже не хочется обсуждать там своей борьбы, кого-либо еще. Турнир классный, пацаны. Здорово все получилось. Просто. Мы, как организаторы, делаем все, чтобы эти люди попали на эту сцену. А потом уже остается для них сделать то, что мы ждем. Мой напарник, который вот Саундер Шейвс, он никогда мне жизни не выиграл. И плюс еще два дня назад мы взяли спарринг-партнер, и он мне ничего не мог сделать. Но последние три дня мне получилось, я вирус достал и очень потерял много сил. Но место хорошее, но я знаю, что я мог выше. Абсолютно весовой категории впервые стал спортсмен с весом 95 килограмм. Евгений Прудник шел к этому Олимпу очень долго. Он уже был в абсолютке в призовом пуле. Но сегодня он показал то, что не показывал никто и никогда на золотом туре. Ну, разве что это был первый золотой тур, где Григорий Бондарук с весом 73 килограмма выиграл абсолютку. Это было, ребята, в 2000 году. Я надеюсь, что такие ребята, как Женя Прудник и другие, будут иметь возможность, шанс попасть на топ-8 в будущем. Ты знаешь, если мне предложат выступать топ-8, то я соглашусь. Блин, придется расти, придется как-то набирать. Нашим правилам Евгений Прудник обязан будет перебороться уже условно восьмым местом, потому что у нас еще не было проката на топ-8. И если он победит, он попадет в топ-8.